Пять лет в тайге. Золотодобытчики. Часть у нас сегодня четвертая. Все предыдущие части и последующие находятся в плейлисте под видео, вы знаете. И там цельная библиотека аудиорассказов в моем исполнении. Там вы точно найдете для себя шедевр. шедевер. Ставьте пендли и слухаем далее. Вот так вот. За текучим перевалом. За удачную работу горное управление премировало нашу разведочную партию коровой. Ее купили в далеком якутском колхозе и доставили к нашей стоянке больше, чем за сотню километров тебе. Корова была местной породы. Местная. И давала три литра молока в день. И традиционно называлась буронкой буроночкой. Мы поместили ее в конюшне вместе с другим нашим мучеником, мухомором. И получилось, мухомор и буронка вместе не пропадут. И вот, кто бы только мог подумать, наша мирная буренка, видимо, почуяв весну, она взбунтовалась и убежала. А может быть и не убежала, а просто ушла в тайгу. Ее задрал какой-нибудь бездомный водмедь? Кто его знает? Но Попов был почему-то глубоко убежден, что наша корова не иначе, как своим якутам, ушла обратно, не иначе, как назад, к своим поперлась. И он предлагал вести поиски именно в направлении якутского колхоза. Мне очень мало верилось в успех этого мероприятия. Ну и мне вряд ли поверили бы, что дочетная корова вот так вот просто на тебе и пропала. Испарилась о тебе. И я вынужден был, так сказать по долгу службы пуститься на поиски. Ну а что ты будешь делать? Нужно, впрочем, сознаться, что не только пропавшая буренка толкнула меня в это фантастическое путешествие. Совершенно бессмысленное с житейской точки зрения. Достаточно было взглянуть на карту, чтобы в этом убедиться. До якутского колхоза, куда, по уверению Попова, направилась буренка, было километров сто пятьдесят. пятьдесят. это тебе не шуточки для коровы. Ты гидык, ты А из них, по крайней мере, 125 километров. 125. И шли по таежным тропам. Ну, правда, по хорошо утоптанной и многократно хожевной. И этой тропой привели и буренку. Как раз этой тропой сюда привели. Видимо, она запомнила, и назад ты поехала. Тунды-сунды, как Попов говорит. Наверное, кто его знает. Это надо все проверить. Ну а остальные 25 километров оставалось это уже хорошая автомобильная трасса. И только представьте себе, корова по трассе, по саше, как папа говорит, по шоссе. Угу. Если же двигаться напрямик к трассе, то расстояние сократится почти наполовину если напрямки. Так что корова могла уйти только тропой. Другого пути у нее просто не было. А я мог отправиться и напрямую. Правильно? Обогнать, так сказать, корову и перехватить ее по дороге. Вот только, правда, мне нужно было при этом преодолеть знаменитый текучий перевал. А знаменит он был прежде всего тем, что мало кому удавалось его преодолеть. А вот тебе и текучий. Но это больше всего и прольщало меня. За перевалом был кусок русской земли, на которую еще даже не ступала нога человека. Не судите меня за то, что мне очень хотелось сделать это первым. Не судите. Но ой, как хотелось. Я ведь геолог. И было мне в то время всего лишь только 26 лет. А пока я раздумывал над тем, что же делать с этой пропавшей коровой. Сомнения мои разрешала. И разрешила такие. Радиограмма из горного управления. Разведка наша подходила уже к концу, и мне поручалось обследовать местность для устройства новой поисковой базы. Предположительные координаты этой базы совпадали в одном тру труднодоступном месте, с той прямой дорогой напрямки преодолев которую я и намеревался перехватить буренку на автомобильной трассе. Путешествие мое предстояло довольно трудное, но я даже обрадовался полученной радиограмме. Видимо, влечение ко всему новому и неизвестному на Земле составляет главную черту характера каждого тебе разведчика. И со всей серьезностью я начал готовиться к путешествию по нехоженным местам. Итак, я решил отправиться на поиски пропавшей коровы по прямой дороге. И только так. А это можно было осуществить только на лошади или на лыжах. А оба способа одинаково для меня неудобные. Ну, никак. Снег ведь уже почти растаял. А в тех местах, где еще сохранился, было очень сильно нагрето солнцем. И он уже весь потемнел и стал колючим и ломким. Днем он таял, а ночью подмерзал и при этом покрывался коркой» по которой можно было двигаться на лыжах только с величайшей осторожностью. Нет, лыжи решительно не годились, не годятся они. Но и мухомор как средство передвижения не представлял собой ценности, хотя и имел свои преимущества. Например, на него можно было погрузить снаряжение, оружие и целые запасы продуктов. Я надел поверх оленьих чулок большие болотные сапоги. Они застегивались на бедре ремешком. При случае в них можно перейти ручей аж метровой глубины. Стеганные ватные брюки, меховая безрукавка, легкая телогрейка, шапка — и меховые рукавицы с крагами составляли остальную часть моего дорожного костюма. И я взял с собой большое байховое одеяло. Уложил в непромокаемый чехол финский нож, топорик, винчестер, бинокль и компас. Ну а на пропитание мешочек муки, килограмм лярду — в железной банке и килограмм сахару. Для мухомора, конечно же, был необходим мешок овса. Без этого просто никак. А это же нагрузка довольно большая, ощутимая. И, наконец, сумка с записной книжкой, картой и всеми документами. Мой весовой лимит был с избытком исчерпан. А надо было взять еще и веревку, котелок, спички. Без этого тоже никак. Угу. Для спичек предназначалась специальная бутылочка с притертой пробочкой. Сами понимаете, для чего. Ну вот. Все уже сложено. И я был такой же рабочей силой, как и тот мухомор. Точная лошадь. Кобыляка. И часть груза взвалил на себя. По-другому тоже никак. И вот мы вышли на рассвете. Розовое майское утро было очень морозным и, на удивление, тихим и ясным. Попов пожелал нам доброго пути. Ну, не пера тебе, ни пуху. К черту тебя. Мне очень хотелось обнять своего старого друга. Но суровый старик только крепко пожал мне руку и не сказал мне больше ни слова и ушел в избушку. По морозцу шагалось легко и приятно. Но когда взошло солнце, о, стало жарко. Майское солнце даже на Дальнем Севере греет очень хорошо. Аж припекает сзади. Земля вся оттаяла а с сопок побежали ручьи. Идти становилось все труднее и труднее. И я сбросил тут уже телогрейку, рукавицы, шапку и взвалил все это на бедного мухомора. Нехай шагает. Он шагал довольно осторожно, но бодро. Мы торопились к берегу Нерелеха. И подошло уже критическое время. Нерелех мог уже и вскрыться. И заметно усилилась жара, становилось вообще душно. А это все, это верный признак надвигающегося дождя. Значит, нужно было поторопиться. Если нерелех еще не вскрылся, то теплый весенний дождь обязательно ускорит ледолом. И путешествие наше все осложнится, можно сказать, до крайности. Дорога шла вдоль крутого каменного обрыва, за склоны которого крепко цеплялся кедровый стланник. На нашем пути было много так называемых пещер, пещер выветривания. Одна из них вместила меня и мухомора. Я расседлал его, повесил на морду торбу с овсом и пошел себе за дровами. Охапку а сухого кедрового сланика принес в тот момент, когда на землю упали первые капли теплого весеннего дождя. И все голубое небо затянули сплошные серые тучи. И полил такой дождь, обильный, затяжной, даже тебе без молнии и грома. Удивительно. И стало пасмурно, как осенним вечером. Сухие смолистые ветки кедрового сланника загорались легко и жарко. Мы были хорошо защищены от дождя каменной нишей над нами. И дождь не причинил ни мне, ни мухомору никаких неприятностей, если не считать бесцельного ожидания, в то время как мы не могли терять ни минуты тебе. Сидели и ждали, куковали, в общем. Ничего не оставалось делать. И я принялся за обед. Хоть что-то. Мы готовили в таких случаях блюдо, которое почему-то называлось канадской кашей. Канада! Рецепта на это блюдо вы не найдете нигде, ни в одной кулинарной книге мира, включая даже и канадскую литературу по этому вопросу. А он очень прост. Две-три ложки муки поджариваются сначала в сале на крышке от котелка. Обязательно, только на крышке, а иначе просто не получится. Это очень важно отметить, потому что вряд ли у вас будет с собой в дороге чугунная сковерда, как говорит Попов. Ну, сковородка. А у него сковерда. Вот так вот. Так что вот только на этой сковерде вот это жарите, и все. Затем все это тщательным образом размешиваете в литре воды и кипятите. И получается такая себе мучная каша, каша-малаша. И ложите в эту кашу достаточное количество сахара, обязательно сахар. Без него никак. И все. И готово блюдо. Питательное и совсем простое в изготовлении. Ловите от меня секретики. Ну, должен, впрочем, честно вам признаться, что не каждый способен питаться этим кулинарным шедевром. Не каждый. Вот такой вот у нас шедевер но попробовать обязательно советую. Обязательно. И вот перед закатом солнца дождь утих. Две близкие и яркие радуги охватили всю землю. А ехать на ночь глядя по каменистой осыпи и грязи было по меньшей мере рискованно. Дело в том, что кости животных на севере, видимо, ввиду определенного состава пищи, они становятся очень хрупкими. Недостаточно что-то им. И они прям вообще хрупкие. И мухомор мог легко оступиться же ведь и сломать себе ногу. И я решил заночевать в этой пещере. А уже на второй день, к часам к двум по полудни, мы подошли к берегу Нерелёха. Широкая пологая сопка загораживала реку. И до последнего момента не было ясно, вскрылся Нерелёх или нет. И только когда мы поднялись на сопку, только тогда стало видно, что мы опоздали. По крайней мере на три дня, не меньше. Перед нами расстилалась река, хотя и не широкая, относительно спокойная даже, но полая. И уж, конечно же, совершенно непроходимая. Километрах в десяти от этого места, вверх по Нерелеху, на противоположном берегу находилась база гидрологов. Они соорудили там висячий мост. висячие мосты. Самирамиды. Я вот думаю, может быть, он цел там, а? И мы пошли вдоль берега. И только поздно вечером добрались до цели. Но тут нас ждало новое разочарование. Гидрологи, боясь половодья, они разобрали, разобрали свое висячее сооружение. И все. И тут положение казалось уже совсем безвыходным. Мы прошли вдоль берега еще с километр. Так, без всякой цели. Осторожно шагал безропотный мухомор. А возвращаться на свою разведку я просто не мог. Ведь попов, попов меня там засмеет. И я подумал, подумал, и я решил форсировать. Форсировать нерелёх вплавь. Рискованно, конечно, но другого выхода просто не было. Ну что, мухомор, поплывем с тобой? Ну не назад же нам возвращаться, попову на потеху а? Мухомор остановился, повернул ко мне свою добрую старую морду. И я укрепил наше снаряжение на вьючном седле повыше. Повыше, сколько смог. Привязал к седлу конец веревки и толкнул, толкнул мухомора к воде. А он обернулся еще так ко мне. — как бы спрашивая, «В своем ли ты уме, хозяин?» «Хм!» Ну, я похлопал его по крупу и настойчиво толкнул еще раз. Мол, все правильно, в своем уме. И мухомор покорно шагнул в воду. И сразу провалился по самую шею и он поплыл, поплыл к противоположному берегу. А сильное течение быстро сносило его в сторону. Я почти даже бежал по берегу, разматывая веревку. Но, к счастью, не релег, не широк. И мухомор скоро выбрался на другой берег. Я слегка натянул веревку и крикнул Пошел! Пошел! И мухомор двинулся, двинулся дальше от берега. А я, как был в сапогах и телогрейке, так и вошел в воду. И тут же потерял дно. Одежда не могла сразу намокнуть, но ощущение, при мысли, что может быть это мое последнее купание было, скажу я вам, не из приятных. Если бы не эта веревка. Могло быть и последним. А утонуть здесь проще простого. И если бы не сообразительность мухомора, не видать бы мне никогда нашей буренки. Мухомор бодро зашагал. Зашагал, зашагал от берега. И я даже не успел еще оценить, как следует всей серьезности своего положения, как почувствовал под ногами дно. Не останавливаясь, сворачивая на ходу веревку в кольца, я побежал за мухомором. А умное животное уверенно двигалось к избушке, к избушке гидрологов. А они приняли меня, надо сказать, как желанного гостя. Стянулись меня сапоги, раскалили до красна железную печку, напоили вкусненьким, а главное очень горячим чайком. Я уже не помню, как свалился в постель и тотчас же уснул. Как провалился. Проснулся я только часов в девять утра. Хозяева мои ушли уже на работу все, а в доме остался только Никитич. Это друг и сверстник, и даже земляк нашего Попова. Друг, друг Никитич. Именно он и помог мне снарядить мухомора и пожелал удачи. Старайся, конечно, сынок. Может, действительно ушла твоя корова к якутам? А? Ну, а куда же ей уходить больше? Ведь там у нее и дом родной. И эти слова очень приободрили меня. До обеда мы двигались без приключений и часам к двум подошли вплотную к крутой каменной гряде, сплошь усеянной некрупной каменной россыпью. Курумник это или как называется? Курумник. Гряда была невысокой. 150-200 метров, не больше. Но камни... Камни уходили из-под ног, и подниматься к вершине было очень тяжело и опасно. А с мухомором это вообще почти даже невозможно. Бедное животное жалко перебирало ногами, сползало и падало, царапая аж до крови свои старые ноги. И я решил пуститься в объезд. Правильно. Как-то пословица. Умный гору обойдет, да? А в гору не пойдет. Но по-другому никак. Убивать животные, да и себя мне никак не хотелось. Нужно было искать ходы-выходы. И может быть по ближайшему распадку нам действительно удастся перебраться через эту гряду. И мы повернули на северо-запад и пошли вдоль самого основания сопки. Но ближайший распадок превратился в бурный и стремительный поток. А поворачивать назад и двигаться на юго-восток не было уже никакого смысла, так как горные ручи одинаково. Они одинаково непроходимы, как на северо-западе, так и на юго-востоке. Да и время уже он близится к ночи. И нужно было уже устраиваться на ночлег. Однако наш покой нарушило одно неожиданное обстоятельство. Я давно уже заметил, что мой всегда спокойный мухомор — Явно нервничает и пугливо так прижимается ко мне. Но я поначалу подумал, что может он боится наступающей темноты и заторопился к намеченному месту. Около корявой лиственницы, уродливо раздвоившейся на высоте двух человеческих ростов, я остановился и стал расседлывать своего мухомора. И вдруг он резко, всем своим корпусом, как шарахнется в мою сторону. Я аж упал, проклиная незадачливо эту скотину. А мухомор дрожал. Он дрожал всем своим старым телом, кося глазом в сторону черных кустов. И тут я тоже посмотрел в ту же сторону. И признаюсь честно, по спине у меня побежали мурашки. И стало жарко, несмотря даже на вечернюю прохладу. В нескольких метрах сидел волк и смотрел прямо на нас своим внимательным, настойчивым взглядом. Неприятно вспоминать об этом, но расскажу все честно, все как было. Мухомор очень пугливо жался к дереву, явно не рассчитывая даже на мою защиту. А я, я стремительно взобрался на его спину. Встал на седло с ловкостью кавказского джигита. И в следующее мгновение я уже сидел в ухватообразной развилине дерева. И вот тут действительно, честно скажу, мне стало по-настоящему стыдно. Парень с винчестером за плечами испугался весной сытого волка. И первой моей мыслью тогда было выстрелить в этого зверя. Однако я решил, что для волка это слишком большая честь. И скатился с дерева с намерением отогнать этого незваного гостя. Отогнать его. Палкой. Но волк подобрал хвост, спокойно ушел в кусты и скрылся в тайге. И только тогда мухомор немного успокоился. И только тут я понял, что волк уже ушел окончательно. И надо сказать честно, что до сих пор я видел только чучело волков. И то в Краеведческом музее в Магадане. Но никогда еще не встречал этих зверей вот так вот, один на один, в глухой тайге. И скажу я вам, по-настоящему это совсем другие впечатления. Видимо, где-то близко находились оленей пастбища, пастбище якутских колхозов. Ведь эти волки и боятся людей, хоть и боятся, но всегда жмутся к человеческому жилью. Они без этого просто не проживут. Ведь они питаются понемногу. Так что эта неприятная встреча была вместе с тем и хорошим предзнаменованием. Я именно так для себя это выделил. А вечер этот никак не хотел потухать. Странный какой вечер. Небо ультрамаринового цвета казалось необычайно далеким. Ультрамарин между дымчато-серыми облаками виднелся белесый, серебристый, как говорят в таких случаях поэты, <сёк> белесый диск луны. И как-то внезапно подкралась ночь. На небе стало даже, пожалуй, светлее, светлее даже, чем вечером. Да, и облака светлее, ага. А звезды, Звезды едва проступали. Такими их видишь днем из очень глубокого шурфа. Точно. Да. Странно, это серебристо-голубая ночь. Именно так я и уснул, с впечатлением чего-то фантастического. На рассвете накормив мухомора, подкрепившись канадской моей кашей, я снова пошел на штурм Зыбкова, уходящего из-под ног перевала. Да, не зря его этого проклятого прозвали текучим, будь он не ладен. Мне даже показалось, что у распадка, у распадка, где мы заночевали, подъем был не таким крутым даже. Думаю, ничего, ничего так, нормально. И мы с Мухомором пошли вдоль гряды, поднимаясь на сопку под очень небольшим углом. Но за ночь каменная осыпь вся обледенела и вся смерзлась. И стало скользко. Зато камни почти не уходили из-под ног. Медленно и осторожно мы начали свой подъем. Я шел впереди, держа за уздечку, а мухомор следом. Иногда приходилось даже ползти на коленях. Я готов был вцепиться даже зубами в эти обледенелые обломки гранита, лишь бы только хоть как-то, хоть как-то пройти лишь бы только перевалить через них. Но мной тогда владел еще и чисто спортивный интерес. Я напрягал все свои силы. Но сверх всех моих ожиданий мухомор понемногу, но плелся за мной, почти даже не оступаясь. Медленно и сосредоточенно — вперед и только вперед. Как тот горный козел. Откуда у него такие навыки? И мы прошли по горизонтали километра два. Но поднялись вверх не больше, чем на сотню метров. А это уже достижение. Хе, это тебе не шуточки. Это ровно две трети горы. Две трети. А это, получается, остается еще только одна треть. В теплой телогрейке и стеганых штанах было очень жарко. Я весь аж испарился. Как тот котелок, аж крышка подпрыгивала. А еще это солнце. Сильно припекало это солнце. И мы поднимались все выше и выше, метр за метром, падая и оступаясь, усталые, но непреклонные. Длинной петлей, похожей на параболу, мы прошли около пяти километров и поднялись за это время на какие-нибудь полторы сотни метров. Забравшись на вершину сопки я дал себе слово никогда никогда больше не путешествовать по колыме короткими путями напрямки так сказать. Но отступать было уже просто поздно. Теперь нужно было думать о спуске. Юго-восточный склон сопки оказался пологим, кое-где лежал еще не спаявший снег. Местами виднелись густые заросли кустов березы и кедрово стланика Дальше, насколько хватало глаз, расстилалась холмистая долина. А справа, черной стеной, стояла тайга. Как солдаты, попов говорит охраняют я пытался ориентироваться по карте но ничего не узнавал Когда в прошлом году мы снимали этот участок с аэроплана я помню он оказался совсем другим угу. холмистые гряда как дамба, разделяла огромные поля заболоченной низины. По этой гряде мы должны были выбраться к трассе. Но ее-то как раз и не было. Не было даже видно. В сильный полевой бинокль. Наверное, я слишком отклонился от намеченного пути, блуждая по берегам Нерелеха. И петляя по северо-западному склону этого текучего перевала. И вот, немного отдохнув, мы и начали спуск. Идти по сплошным зарослям березовых кустов очень трудно Мы еле продирались сквозь тесно переплетенные ветки. И если бы не высокие болотные сапоги. Уже на первой сотне метров от моей одежды остались бы только одни клочья. Следом за мной осторожно шагал мухомор, высоко поднимая худые свои ноги. Временами мы проваливались. Конечно, проваливались в небольшие овражки и расселены, прикрытые подтаявшим снегом. Кап капканы Спуск оказался не длиннее 500 метров Не длиннее Но преодолели мы его не меньше, чем за три часа Преодолели таки Заросли березы сменились чаще кедрового стланника Но это было уже внизу, у подошвы а дело уже двигалось к вечеру. В Стланнике можно было и заночевать. Это уже, как говорится, земля. Все, <сорказа> опустились. На посадку пошли. А к ночи погода резко ухудшилась. И заметно похолодало. Все небо затянуло белыми снежными тучами. И я нарубил мягких веток слоника, сделал себе пышную постель, закутался в байковое одеяло и заснул под невысоким шатром кедрового слоника. А за этот день я просто смертельно устал и спал как убитый, как тот кролик, и проснулся при очень странных обстоятельствах как я проснулся, было совершенно темно. И потянул повернуться на другой бок меня. Потянуло. И заснуть еще чуть-чуть, ну, хотя бы до рассвета. Но спать уже совершенно не хотелось. И я сбросил одеяло и собрался было сесть. Но оказалось, что сделать это? Не так-то просто. Надо мной навис какой-то упругий, холодный свод. И что-то очень больно царапнуло по лицу. Хм, что это? Ведь я ложился спать около кедрового сланника под открытым небом опроснулся а в какой-то в какой-то темной ловушке. И лежа на спине я ощупал холодные своды своей темницы. И я решил, что завален снегом. В том, что в середине мая намело сугробы снега не было ничего удивительного, в принципе. Здесь это обычное явление, так сказать. Но ведь и уже вчера, с вечера, было ясно, что ночью выпадет снег, правильно? Но почему он так любезно прикрыл меня? Действительно, как упрыл своим одеялом толстым и теплым слоем. И только тут мелькнула у меня догадка, что, вероятно, снег завалил меня целиком, а потом оттаял вокруг, и я оказался в таком просторном и теплом снежном мешочке, в пещерке, в домике но для мешка мое убежище оказалось слишком просторным. Я мог сидеть, я даже разводил руки по сторонам и двигал ногами, как хотел. Хм, что это? Чертовщина какая-то. Замуровали. Кто-то накрыл меня достаточно плотным каркасом а снег лег поверх него толстым слоем. И я оказался в теплом и надежном убежище. И тут я встал. Я встал на четвереньки и уперся. Уперся в свод своей спиной. Он легко таки подался, и я очутился на свободе стоял по пояс в снегу. Хм. Но куда же делся стланник? Неужели снег выпал таким могучим слоем? Да этого просто не могло быть. Ведь стланник тебе, это ж тебе и не кустик березы какой-то. Его ветки поднимаются аж на 7-10 метров и достигают в диаметре 12-15 сантиметров. Хм. Десятиметровый снег не выпадет. Не выпадает здесь даже в самые снежные зимы. Да еще за одну ночь тебе. Но ведь Стланик-то исчез. Тогда получается... Значит, он все-таки лежал под снегом. И только тут мне все стало ясно. Кедровый сланик чувствует холод лучше всякого термометра. И холодной ночью сланик, около которого я расположился на ночь, он сразу же приник. Он приник к земле. Его ветки распростерли надо мной этот оригинальный каркас, утепленный толстым слоем снега и создали такое теплое ха, и уютное гнездышко. И я выбрался из этой путаницы ветвей. Выбрался. Вокруг расстилалось безбрежное белое пространство. Природа словно умылась. Все преобразилось вокруг. А мухомор? Хе, мухомор стоит на том же месте, где был стреножен еще с вечера. С торбой на морде, мирный, но сонный. Доброе животное уже ничему не удивляется. И по моим расчетам мы должны были быть уже на месте, в колхозе. Сам я мог продержаться еще дней десять. Но с мухомором было сложнее. Даже если кормить его совсем уже экономно. Прям совсем впроголодь. Тогда корма ему хватит только на два дня. Не больше. А на подножный корм надежда плохая. Ягель мой мухомор не ел. А съедобных трав мы почти не встречали по дороге. И нужно было тут уже спешить. Я расчистил для костра просторную площадку вокруг гнезда кедрового сланика. Освобожденные от снега и согретые теплым майским солнцем ветки сланика снова потянулись вверх. Это удивительно. Только почувствовали тепло. Сразу вверх. До горы. Это ж надо тебе. Вот тебе и природа. Хм, обманули природу. Но развести костер оказалось не так то просто. Спички в кармане окончательно и безнадежно отсырели. и воспользоваться моим непромокаемым запасом, так называемым НЗ, из стеклянной бутылочки, я тоже не мог. Все дело в том, что для воспламенения спички нужно чиркнуть ее о достаточно нагретую чурку. Проще всего для этого взять две сухие палки, расположить их крестообразно и нагреть быстрым трением. Но, к несчастью, не нашлось ни единой сухой палки вокруг. И я собрал вокруг открытого куста достаточно много веток. Но все они оцерели от снега. И это еще хорошо, что я запасся испытанным огневым резервом. Простенький опыт. Он поразил меня еще в институте, когда мы проходили химическую практику. Если кусочки марганцовки завернуть в вату, смоченную глицерином, вата через некоторое время воспламенится, сама воспламенится от реакции. Именно этой своеобразной спичкой я и воспользовался. В одном кармане, в плоской металлической коробке, я всегда хранил кусок ваты, смоченный глицерином уже заранее. А в другом, в плотной, плотной, промасленной бумажке, щепотку мелких кристалликов марганца. Марганцовка. Крошечная пирамидка из самых тоненьких веточек слоника легко и быстро загорелась от моей самовоспламеняющейся ваты. И вот через полчаса уже пылал жаркий костер. Я позавтракал своей канадской кашей и напился чаю. «Ну что же все-таки мне делать?» Этот вопрос был открытым. Ведь все возможные ориентиры скрыты были под снегом. Правда, он стремительно таял. Но это было, пожалуй, еще хуже. И без этого заболоченная местность увлажнялась еще больше и становилась уже полностью непроходимой. А кое где даже опасный. Можно попасть вот так вот с моим мухомором в какую-нибудь вязкую трясину, прикрытую красноватыми мхами, и все, и без следа исчезнуть здесь с лица земли. Никто даже и не узнает. Вот такие ловушки здесь имеются под красноватыми мхами. и я решаю двигаться на юго-запад, к опушке черневшего там леса. Если лес, значит и твердая почва. Правильно. Твердо для себя рассудил я. Но ведь не может же лес расти на болоте. Правильно. Но как же я ошибался. У нас Никонорыч, помните, в, тоже в плейлисте есть рассказ такой, называется «Никонорыч в тайге». Тоже я очень хорошо помню, как они по болотам ходили, блукали там. Советую, кто не слушал. Первое, что мне сейчас вспомнился, рассказ, что вы послушали его там в плейлисте, найдете Никонорыч. А если не найдете, прям в поиске вбейте Никонорыч в тайге там. Найдете по порядку все эти части. И по поводу вот этого интереснейшего опыта с глицерином и морганцовкой, я до этого знал. Но вот сейчас почему-то морганцовку раздобыть. Это о, целая проблема. Оказывается, а она не продается у нас в аптеках. Напишите у вас, продается ли в стране она? И что вообще ее не продают? Чтобы пожара не было? Или может она... Ну что-то запретили ее, я не пойму. Где ее взять вот этим выживальщиком нашим диванным, а? Действительно очень классный способ. Намного лучше даже если с этих... С аккумулятора с батареек там что-то выжигать. Это всегда, только храни ее действительно, чтобы... Ну, она наверное притягивает влагу к себе. Ее надо закрывать герметические емкости, да. Это лайфхак классный. Ну и вы все знаете, что промакивать воском, ну от свечки промакиваете эти ватные диски, тоже очень хороший способ. Для меня это пока даже самый лучший способ, когда так быстро. И он тоже не намокает ничего. Его берешь так, размахрычиваешь, вот эти, чтоб ошметки всякие были. И тоже с одного только огнива мах, оно тьф, загорается, и действительно классно. Но вот этот способ тоже хороший. <laughs> Но ну, я бы, 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 если бы я был на его месте, я бы взял с собой все-таки ватный диск. Он намного проще, не надо ничего там э, нахлобучивать, его там отделять с глицерином. Его даже, он действительно воды, по-моему, не боится. Да, вот этот ватный диск, э, который в свечке, он даже в воду бросаешь, потом, ну, он же пропитан воском. Он просто так, наверное, даже можно его прямо не сушить, а просто разлохматишь и можно запалить. Наверное, это пока самый лучший способ, который я знаю. Напишите, может, вы знаете еще какие-то еще лучшие. Мне интересно знать ваши эти таежные выживальщики. Что вы посоветуете интересненького? Вот так почитаешь что-то и найдешь что-то новенькое для себя, правда? Интересненько, как он там. Ну, почему канадская каша, тоже не пойму. Интересный он рецептик загадал. Таежники его так любят. Просто, быстро, и все, мне кажется, мужики так любят, чтобы просто и оптимально. Не заморачиваться. Просто вкусно и много не стоять над ним. Вот это как раз тот вариант. Но только с сахаром, что это за каша? Сольки хотелось бы, а тут с цухером, цукером, что это такое? Наверное, как этот, как завтрак, да, аристократы, утром чай с кашей с утреца, да, но он, я так понял, и днем, и ночью может кушать эту кашу и не приедается. Так какой там, если там дело выживания стоит, скажи еще, да, <laughs> не приедается. Что есть, то и кушаешь, правда. На сегодня, ребята, у нас все. Такой у нас леший в тайге появился. Леший пошел. Пошел в походы на поиски буронки. Другой вопрос у меня. Как эта буронка действительно <laughs> подыбала туда, нашкандыбала туда, как она так далеко ушла? что он не может Сусанин пойти даже на прямки. Там было сказано, что она по тропинке пошла. Но даже по тропинке корова сама, что может вот так вот себе пойти блукать на приключения, на свою опу. Что это мне кажется, что немедленно ходит такое. ты ты То есть он даже догнал ее спокойно по этой тропке. Но не было бы всех этих приключений, правильно? А нам же как раз это все интересно, как там все дойти, сложно вот это все, это что что надо. И в каком-то рассказе про этот слоник у нас тоже было, да, что он ложится прям к земле, он сам чувствует и как бы его покрывает просто снегом и ему действительно тепло. Но то, что он сам просыпается, я тоже такого не знал, если возле него костер, он сам просыпается и все, а потом опять ложится, наверное, то есть понимает, что его обманули, и он хоп, назад, и нормально. Ставьте ваш там пендаль, не забывайте, ребята, это очень надо для, для, канала. И не забывайте подписываться на следующие новые рассказы. Ну, чтобы не пропустить, это для новеньких, я говорю, надо нажать подписаться, вы знаете, в общем, что делать. И колокольчик понатыкивать, чтобы все вам приходило. Только тогда вам будет приходить уведомление. На сегодня у нас все. Следующий рассказ у нас завтра в 12. Ого, по Киеву. 12.00 по киевскому времени. Заводите ваши будильники. И завтра встречаемся ровно в 12 утра. На сегодня все. Покедова. Покедова.